Расписание новых маршрутов уже разместили на остановочных пунктах. 32-й, 34-й и 43-й маршрут будут доставлять пассажиров к новой школе в микрорайоне Радужный. С 1 сентября в городе Пинске начинает функционировать средняя школа номер 10. В связи с открытием новой школы автобусным парком предусмотрено введение новых дополнительных маршрутов для подвоза детей к данной школе. 32-й маршрут будет выезжать от железнодорожного вокзала в 6 часов утра. Далее по схеме движения второго маршрута. После остановки магазин «Санта» на проспекте Желтовского автобус будет сворачивать направо на улицу Солнечную. Предусмотрены остановочные пункты также на улице Поселковой и Савича. Затем маршрут будет проходить по улице Первомайской и свернет на Центральную, чтобы продолжить движение как второй маршрут. Последний рейс вечером около 8 часов. Этим маршрутом мы предусматриваем подвоз детей в школу номер 10, а также из микрорайона Радужный подвоз детей в детские сады, которые расположены на улице Первомайской в районе промышленного предприятия ППТО Полесье. Автобус под номером 34 будет отправляться от диспетчерского пункта «Центральная больница», далее по улицам Савича и Шапошника. Выезжает на проспект Желтовского возле магазина «Санта» и двигается в направлении жилгородка, как маршрут номер 12, в обратную сторону по такой же схеме. Маршрут будет работать приблизительно до часа дня. После от «Центральной больницы» будет отъезжать автобус с номером 43. Ехать будет так же, как и 34-й, до проспекта Желтовского, после по схеме второго маршрута. Расписание движения маршрутов 32, 34 и 43 составлено таким образом, что на магазине «Санта» можно будет совершить пересадку. То есть, если ты едешь маршрутом 32, выходишь на остановочном пункте «Санта» и через 2 минуты будет в первую смену обслуживать маршруты номер 34, вторую смену маршруты номер 43. В связи с появлением новых маршрутов расписание движения автобусов с номерами 2, 12, 7 и 1 частично изменили.